Зимой удаление снега и наледи с кровли – это действительно очень важный процесс. Ведь стропильная система, особенно это касается старых зданий, может не выдержать веса снежных глыб и проломиться. Также огромная снежная масса способна повредить кровельное покрытие и водостоки. Ну а самое главное – тяжелые и острые сосульки могут причинить серьезный вред здоровью прохожих. Чтобы этого не случилось и граждане могли спокойно ходить по улицам, не переживая за собственную безопасность, управляющие компании чистят крыши домов. На данный момент проводим работы по очистке кровли на улице Пушкина, 16, для предотвращения залива в квартиры и опасности и угрозы жизни жителей. На сегодняшний момент мы очистили 100% кровли по улице Пушкина, 19, 21, 13, 17. И вторая бригада работает на данный момент на Пушкина 9. Максимально в день стараемся отработать по 8-10 домов на один участок. Очистка крыш – это непростой и довольно опасный вид работ. Поэтому им занимаются специальные бригады, включающие в себя альпинистов и кровельщиков. Мы еще, когда морозы были, старались сбивать сосульки, наледи, а с момента потепления уже начали усердно. Рабочие очищают снег с крыш лопатами и убирают сосульки и наледь с балконов и карнизов. Во время уборки крыш опасную зону ограждают, чтобы падающий снег и лед не упал на прохожих. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.